Вакцину от гонконгского гриппа смогут доставить в Одессу в течение суток, если на нее будет спрос. Я напомню, что в одесских больницах уже закончился. Насколько я знаю, в принципе, доставка вакцины возможна. По крайней мере, представители аптечной сети озвучивали, что ее при наличии спроса ее можно будет завести в город. Это не та ситуация, что ее совсем нет в Украине, ее невозможно, в общем-то, приобрести. Этот вирус давно не циркулировал у нас, и он больше будет опасен для маленьких детей, особенно для детей после 2008 года рождения. И он будет достаточно опасен для пожилых людей. Но я отмечу, что в Одессе уже зафиксировано 4 случая заболевания гонконгским гриппом. Это подростки до 17 и малыши 3-4 лет. Все они сейчас находятся на стационарном лечении. Врачи просят не паниковать. Ну а я напомню, что главные симптомы этого вируса – температура выше 38 градусов, ломота в теле и головная боль.